как бы не... Здесь пчел-то не было, некачественно просто сделано от этого. То есть сено нам нужно сейчас корпуса эти будет перебрать, переделать, поставить по-новому. Может быть они... Да нет, у меня вопрос, куда они через липу всю дели, где она есть? Нету. Здесь. Значит, не было нектара. Значит, как Андрей сказал, не было нектара. Смотрим следующий. Ходи поближе. Идем сюда. Ты его подыми. Ух ты, кто тут живет, посмотри. Кто? Сороконожка забралась. Так. Подыми твою. И вон еще одна, убей ее. Да она такая. Какой гул тут есть. Серьезный гул. Так, иди снимай. Вот они. Ну тут, конечно, немного пчел. Раз, два. Вот они, сороконожки эти. Развелись тут, заразы. Зачем ты сюда дымишь? На всякий случай. Дымлю. Так, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 пчел. Но здесь, видишь, разлипается. Сейчас посмотрим, что здесь у нас. Так, положим сюда. Прополиси. Двоим договорем, попадаем. Сухая, еще сухая, странно. Дымать твой хорошо дымит. Так, ставим сюда. Сюда ты его поставишь, он на меня дымил. Угу. Он на тебя дымил. Так, берем. Слушай, это же у нас магазины. У нас еще даже не рамки, а магазины. Сейчас мы ее пониже поставим сюда. Да, тут улей нас не порадовал. Ну, в смысле, не порадовал меда, конечно, в смысле пчелы. Ну нам же не пчелы нужны, а мед. Но они должны мед себе ж на прокорм тоже собирать. Как же так? Ну да, пчелы там огромное количество. Вот, но. Как-то странно. Странно, да. Легковато. Значит, немного тут меда. Раз легкий. Посмотрим. Вот тут запропулюсовано тоже. Не особо. Не обожжись только, смотри, аккуратно. Угу. Так. А это все наши магазины? Да. Это все наши. Может, какие-нибудь дефективные пчелы? Да нет. Наша ошибка, где-то мы, наверное, ошибаемся. Может, погода. Да и... погода шикарная все время, вот тут несколько ты дней. Ты что думаешь, вот Андрей это столько, он рассчитывает с двух этих получить. Погода и, шикарная. Из 12. Ну вот он с шикарной погодой собирается два этих получить. С двух ульев. Это что? Это шикарно или что?
Ой, лучше молчи, а то я ему это видео буду отсылать, он будет слушать. И злиться, да? И больше тебе ничего нет, никогда не скажет. Это мы ему не раз будем. Раз ты стоумовый, будем. Стоумовый. Так, я тут ему все видел. Оттянутая просто рамка пустая. И все. Да, назад ее ставь. Сейчас. Кстати, хорошо оттянутая. Да. Не в грязь бы ее желательно. А это старая? Старая, да. Смотрим, тут мед запечатанный. Вот. Кстати, ты спрашивал, вот что такое блеск? Вот видишь, это блестит? Да, да, вижу. Это да. Мед. Угу. Дай мне этот... Давай возьму сам. Накапливали. Вон залито этим медом. Вот блестит, видишь? Да, вижу. Аж течет. Ладно. Ставим ее сюда. Следующая. Это не оттянуто. Ну что, не оттянуто, вон, видишь? Ты уж профессор это для тебя. Это не оттянуто. Не оттянуто, обрызенное, но подготовленное чуть-чуть. Кстати. Что-то им не нравится. 300-е. А это тоже не оттянуто? Ну, это оттянуто более-менее. Хорошо, правда, оттянуто. Хорошо оттянуто, но выгнуто. Мне это не нравится. Не ломай работу. Она вся оттянута, видишь, вот по всему этому. Молодая пчела. Ставим. Ну чё ж ты ломаешь-то то, что я не ломаю, оттянули. Хочу приблизить, чтобы они ровно все это сделали. Чтобы ровная была. Слепились. Тоже оттянуто. Молодая пчела тут зашла сюда. Так она объела, ты видишь, вот выела вот здесь вот. Как Андрей да. говорит, просто выела эти вот полоска. Конечно, она будет опускаться или что-то с ней будет происходить. Ее же надо... Но а тут вот закрепила, видишь? Что-то гадкое, значит, им не нравится. Что-то им не нравится, да. Ну, поставим ее сюда. Здесь вот она. Вот. Не оттянута. Сейчас уберем это. На улицу, не надо туда. Снимаешь, да? Да, не оттянуто. Посмотри. Да, вижу, не оттянуто. Местами. Да, видишь? Да вот это, вот это не оттянуто? Это? Нет. Начало они такими не полностью оттягивают. Видимо, по этой погоде... Это как... тоже. На... Слав, посмотрел, ставь на место. Не оттянуто. На а это... то вдруг дождь пойдет. Что ты там это... Вынул, на место положилось. Смотреть нечего. Это следующее не оттянуто. Не доставай ее. Это оттянуто так. Полностью. А, на 100%. Ну да, оттянуто и хорошо. Да, запаковано. Очень хорошо. Но пустая, без меда. Да. Это не оттянуто. Ну, начинают работать. У них хватает на это. Да. Так, надо брать это опять. Ой.
тяжеленная, вообще не поднять. Старая рамка. Старая рамка. Со старым медом. Да, это так. Со старым медом. Что же они за все лето-то не поели, а? Этот мед. Все, хватит. Наварнакал. Наварнакал. Медом. Да, в рот тут не засунешь. Не надо в рот это засунуть. А как это убрать? Железкой возьми и туда сковырни. Это не оттянуто, не доставай ее. Конечно, не доставать. Если они слиплись, их не доставать. В смысле, вон. Их не то, что не доставать, их нужно в этом подделывать, переделывать, брать с собой. Это мы можем еще оставить, а это с собой обязательно нужно брать и помогать им исправить это. Так, идем дальше, да? Да, только эти рамки убери, потому вот что я ты... рамку поставлю, оттянутую, да. Туда вовнутрь. А эти две убери, они там и не нужны вообще. Они нужны, их просто нужно подправить. Так, следующее. Панику мы не должны с тобой напускаться. Хотя причины для паники, получается, есть.